Всем привет, дорогие друзья, с вами Котлеба, пожалуй, на новое видео. Собственно, вышел новый мод на новые Жигули, друзья. Уже про этот мод, всего 21.05, я снимал уже обзор. Но там был только вроде бы этот, только несколько Жигулей. Ну и вышел, так сказать, обновление этого мода. В принципе, уже все сняли, а я один, нет, даже мой друг Никморбро тоже снял уже обзор этого мода. Да, все-таки же, друзья, моды я буду снимать, очень-очень редко, потому что, это такое себе просто, друзья. Давайте возьмем сразу же, самое больше мне нравится здесь ретро, я уже посмотрел ретро, вообще ретро это просто, это обалденно, так, что это такое, с помойки, что? Так, и зеленое, все, друзья, подождите, у меня здесь, Что ж, давайте сначала всех их расставим. Значит, у нас кофейная, у нас ретро, моя, кстати, любимая. Дальше зеленая, красная, ДПС, такси, о, нифига себе там штуки. Так, белая, синяя, фиолетовая и вот эти вот две. Так, с помойки, ё-моё. И вот это вот, все. А, нет, зеленая у нас уже была, да? Вот так вот оно убивается, смотрите, просто звук обалденный. Давайте я даже немножечко сейчас потише, точнее погромче сделаю звук, погромче. Ну что ж, вот такая вот кофейная, в принципе, я про нее снимал уже обзор. Давайте посмотрим, вроде бы здесь ничего не изменилось. Да, вроде бы, чего ему надо, ёптель. Так, дальше у нас вот ретро, то есть вот ретро, она просто, это обалденно. Ух, нифига, смотри, какой номер. Обалдеть, да? Первый регион, друзья. Ну, вообще, просто... Тут такой обалденный руль, смотрите. То есть, вот КПП такая вот. Здесь вот такие вот, собственно... Как кубики, да, вроде бы. Вот такой вот, собственно, накидки вот на сиденье. Вот реально, реально ретро, друзья. Так, давайте откроем двери. Сейчас прогрузится, друзья. Так, секунду, вот. Обалдеть, друзья, какая же анимация плавная, какой звук обалденный. Садимся. Она заводится. Тут звук заводки есть, это обалденно вообще. Вот, смотрите, и поехали. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны, лютые анимации. Вот это, кстати, обалденно. Прям, знаете, как на ПК. Смотрите, анимации колес тут есть, вообще обалденно. Так, ладно, дальше, короче... Ой, что это было, капец, что это было. Ладно, короче, дальше у нас, соответственно, зеленая жига вот такая вот. Она, в принципе, ничего не принимает. Ой, нифига себе, друзья, тут добавили вот такие вот еще дворники. Обалденно, просто вообще моды, вообще они просто обновились, то есть... Только благодаря одному человеку. Ну, не, на одному человеку, а там много человек делают моды. И вот они создали новую эру модов, которые просто разрывают весь Майнкрафт. Смотрите, у нас здесь, соответственно, ДПС. Что это вот... By Stuker. Вот как раз Stuker этот и создал эти все моды. А, смотрите, это даже на каждой жиге написано. Вообще, на дефолтной жиге, да, вот здесь написано Lada и 1300S, в принципе. Ну, не только 1300S, там разное что написано. И вот здесь написано Жигули. А здесь написано By Stuker. Ну, в принципе, что, надо отметить, как бы, само, да? Главное, те, кто создал эти Жигули. В принципе, ничем не примечательно, собственно, это жига ДПС. Я думал, хотя бы здесь будет какой-то, не знаю, рация хотя бы какая-то. Ну, ладно, в принципе, анимации такие же. Дальше у нас вот такое такси. Такси, в принципе, прикольно так сделано. Давайте посмотрим, желтые номера. В принципе, нормально все сделано так-то. Качественно тут. Смотрите, вот сюда вот денежки надо складывать. Это у нас, соответственно, что это такое? 1 километр, 15 рублей. Ну, нормально, друзья. Нормальный такой тариф, смотрите, здесь вот, смотри, обалдеть. Это что такое, это ржавчина или не ржавчина, или грязь какая-то? Нет, скорее всего, это ржавчина. Да, смотрите, как здесь все проработано, даже ржавчина есть. То есть это реально капец, то есть, ну, вообще идеальный мод. Ну, ладно, это все, конечно, все хорошо, но мне интересно вот эта вот жига. Она с помойки, смотрите, какая она эпичная просто. Это просто капец. Давайте вот так вот просто на превью, вот так вот. Это просто капец. Тут нету, соответственно, фары. Этот номер какой-то стертый, то есть, ну, разбитый, раздолбан, еле висит. Колеса убитые, просто тут тоже такая вот ржавчина, я так понимаю. Здесь все ржавое абсолютно. Что это такое? А, это цветок. Ё-моё, это цветок, капец.
В принципе, вот все она такая побитая тоже. Бампер вот тоже еле держится. Кстати, очень прикольно сделано, если бампер вот так вот висит. Можно вообще попробовать этот бампер просто убрать. Будет вообще шик машина. Так, это у нас что? Это у нас, значит, выходная труба. Она, кстати, тоже, друзья, висит. Смотрите, как это сделано. Она просто не держится, так понимаю, на креплениях. Да, смотрите, просто она так вот висит. Отлично сделано вообще, то есть. Вот, смотрите, вообще колесо без покрышки, что? Или что? Эта покрышка лопнула, так понимаю, да? Или она просто... Нет, покрышка есть. Ну, короче, смотрите, он просто вот на кирпичике, так сказать, стоит. Так, анимация двери. Вот, дверь открылась, реально. Причем только одна. Ну, ладно. И закрылась не полностью. Вот, то есть, тоже двери такие разбитые. То есть, тут все разбитое. Это просто обалденно. Тут руль вот так вот, так сказать, в бок. Хоть и колеса стоят ровно, но руль криво стоит, да. Нету, соответственно, магнитола здесь. Ой, я ударил случайно. Здесь есть магнитол? А, здесь никого нет, магнитола нету. Ладно, неважно, в принципе. Есть вот такая вот дичь, что это такое, не знаю. Нету, соответственно, здесь пассажирского сиденья впереди. Сзади, я так понимаю, это у всех такая дичь. Да, сзади, значит, можно считать, что тоже нету, потому что здесь тоже такой цвет. Хотя, не знаю. Хотя, ладно, сзади есть, в принципе. Только вот здесь вот нету пассажирского сиденья, нету двери просто. Двери просто... Здесь я даже не существовал, так сказать. Побитые вот такие вот стекла, в принципе, нормально. Качественная моделька, самая качественная, наверное, здесь. Вот так вот дворник вот так вот стоит. Вообще. Этот нет. Ладно, давайте на ней наконец прокатимся. Она заводится тоже. Так, анимация руля присутствует, вот, обалденно. Но она еле едет. Она еле едет. Она вообще, можно сказать, что не едет. Да, анимации все на месте. Ну просто, я не знаю, вы слышите звук, но он ужасен, просто это капец. Все, не будем мучить эту машину. Мы так вот призакроем дверки, в принципе, вот так вот это все выглядит. Ё-моё, капец, это реально эпично. Вот, опять еще картинка, вот это вот на превью, наверное, будет. Просто, не, даже вот так вот, во, все, отлично. Ну, это идеальная машина, наверное, для каких-то сериалов, или что, просто мод идеальный для сериалов. Да ё-моё, сериалов, во. Ну, короче, что можно сказать, в принципе, я не знаю, вот так вот все это выглядит, ссылочка в описании, там скачивайте, да. Ну, блин, обалдеть. Если будут еще выходить, собственно, всякие интересные моды, я буду, конечно, про них снимать. Ну, а так-то я сейчас моду не буду снимать. Ну, короче, всем пока, собственно, да. С вами был Костыль, до новых встреч, увидимся. И пока, пока, друзья. А я вот поехал на этой такси, вот туда вот в море, да.